Буэнос диас, перцы. Если раз я не возвращаю ваш экран, а это значит, что мы продолжаем немножко прошлую зафейленную серию в борде и продолжаем фармить грёбаные побочки. Я думаю, мы успеем достать пятый дневник, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и поехали. Так, для начала надо раздобыть колесики. Ненавижу скагов. Не стесняйся. Эй, поехали, дружище. Выбери себе машину. Хватит. Такси плюс. По грязи дома. Габелла, нахуй. Да, система не захотела найти мне клонилку поближе. Ах ты, сука. Так, ладно, попробуем еще один бросок. Там еще баха от нас что-то хотел. Отправляемся в путь. Пора и по газам. Слишком медленно идем. Блять. Не. Пиздец. Опять деньги потратил. Ну ебаный ж ты погадил, а. Надо как-то забрать пятый дневник. Эй, не пора ли нам подобрать тебе машину? А теперь можно прокатимся с ветерком. Есть контакт. Почему толстая девушка оказалась под завалом, когда
сегодня обрушились руины пришельцев. Блять. Сразу умерла. И умоляла меня избавить ее от страданий, когда захлебывалась разными жидкостями и желчью. Я сомневалась, потому что она единственная, кроме меня, оставалась в живых. Пока она захлебывалась, кашляла и умирала, я пыталась наслаждаться общением, воображая, что разговариваю с ней, поскольку знала, что следующий разговор мне предстоит не скоро. Когда я, наконец, собралась ее придушить, чтобы продолжить расследование, то поняла, что она пожалела о своем решении. Скаги долго ждали пищи. Сегодня они не остались голодными. Хватит уже по грязи топать. Так, дневники найдены. Я, конечно, дико извиняюсь, что без особого энтузиазма закончил серию в прошлый раз. Но, с другой стороны, как говорится, меня тоже можно понять. На самом-то деле, мне не стало лень. На самом деле, надо было свалить. А среагировал я, ну, достаточно поздно на всю эту хуйнищу. Поэтому получилось так, как получилось, уж извиняйте. Надеюсь, что в будущем подобных косяков не случится. Ну да. Ну, что сделано, то сделано. Чё жалеть? Ладно. Я Скутер, и я предлагаю вам лучшие машины. Так, где-то тут Шеп Сандерс обитает, по-моему. Так, этому пидору отстрелил чего-то. Снова влезем в собачатник. Обожаю эту хуйню. Если нужны лекарства, 96-13, 137-19. У наемника Фалова копья лучшее вооружение. Купите себе. Гори. А меня уже там нет, пидорас.
Так. Непонятно только, нахуя мне патроны к ПП, которыми я не пользуюсь. Правильно хоть лезу. Хуя ты, дерзкий дядька. Гори нахер. С патронами-то проблемы. О, сраки летают. Да, ну двоих одной пулей. Гори, сволочь. Так, снова открываем карту. Блин. Ах ты ж сука. Готовченко. Спать, суки.
62-11-7-8. Так даже пизжи, наверное. Следующая остановка. А вот это уже опасно, нахуй. Готовченко. Патроны к снайперке всегда пригодятся. Опа, раз. Кстати. Так, продолжаем наше мясо. Там, мне кажется, прапорский пулемет получили. Несемся дальше. Сейчас нам надо максимально быстро апнуться уровня так до 15, чтобы потом
пойти косить зомбей. Так, блядь. 16, 83 Так, вскакгали мы закончили. И теперь просто идем, бежим, орем, как тот опоссум. Опоссум бежит, орет. Так, блядь. Чё тут по шелду? 96-13, 137-19. Всё хуйня. Если хотите первым добраться, так, стволики. Дать перекипируюсь. Так, убойный винтарь мимо. Это мимо. ЗЗ-снайпер. Не, хуйня. Скорострел 0.8, 0.4, бля, в два раза меньше. Ебать. Короче, все можно сливать. Девять триста, нихуйски так. Просто уже, чтобы не мешались. Потому что XP они мне перестали приносить. Кстати, а что там по испытаниям? В острове зомби можно спокойно сделать вот эту ачивку. Конвейер смерти. Две с половиной тысячи скагов надо завалить. Поэтому из скотов имеет смысл валить как можно больших количествах. Эй, новичок! Я давно тебя жду. О, спасибо. Я понимаю, здесь жить не... Так, квесты. Так,
Что у нас тут по квестам? Так. Короче, надо рвать когти на подстанцию. Эй, меня Скутер зовут. Назвали меня в честь моей сестры. Давай, покупаем машины. А теперь прокатимся с ветерком. На подстанцию, так на подстанцию. Янка, палка, кирпичи, лечу я над струей мочи. Так. Ты охуел своими топорами кидаться? На тебе птичку. Почему? Блять. Чуть далековато я резнулся, аж у собачатника. Сука. Повторим заход. Повторим заход. Блять, ебучая кучка. Такое может быть. Я становлюсь еще лучше. А это похоже на баг. Так. А, я сейчас не могу навыки апать. Бля, ебать. Интересно, как я из этой хуйни буду выпутываться. Так, срочно. Готов. Сука. Блять, было горячо. Я думал, все, жопа. У
Вовремя он хлебало раскрыл. Гореть. Крит. О, третий левел. Хоть снайперкой можно по-человечески пользоваться. Скоты. Что? Не нравится. Блять, когда мы тебя... Блять. Бабло. Так, второй аварийный стопор. Третий. Сейчас только добежим. Попутно. Дадим какому-то там пидору пизды, если он будет внезапно выебурить, а он, чувствую, будет. Задаем трёпку, кровавое крыло! Так. И попутно покосить раков. А мусорщик мощнее обычного рака, а? Чтоб два раза к Сандерсу не бегать. Где еще эти скоты летают? Еще 8 раков надо загасить.
Не, чисто. Кстати говоря, в тему о скиллах. Так, чё дальше качать? Ухмылка. О. Ну, целых 100 баксов. Охуенненько. О, скоты. Сам себе ПВО ебать. Сука, еще полетели, что ли? Батьк тут навалено. Ну что, сейчас тогда идем к Сандерсу, сдаемся и пошло все в баню. Будем на этом завязывать. Как говорится, в качестве компенсации за прошлую серию я растянул эту. Так, ну поскольку я теперь богатый буратинка, 145-15, а у меня стоит... 141-16, ну плюс-минус трамвай нас. Хуйня, все кроме печенек. Эй, здесь можно подобрать себе машину. Можно даже подарить по газам. Цвета. А теперь прокатимся с ветерком. Ну все, можно возвращаться в Кременник, и пошло все в опизду. По крайней мере, на сегодня. Чисто набиваю счетчик скага. Всего. Доступны новые задания. Черная зарубка на оружие. Мы продаем лучшее снаряжение на планете. Так, дайте-ка сверимся по оружию. Дробовик, дробовик. Снайперка. 52 дамаг. 5 патронов в кармане.
57 дамаг, 6 патронов в кармане. Ну, блять, выбор очевиден. Не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Ну вот, на этом мы, наверное, прервемся. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.